Андрей Сергеевич, я когда читала, я знаете, чего не могла понять? Ну вот, допустим, Наташа Ростова из «Войны и мира» хорошая, раненым помогала. Князь Мышкин тоже хороший. А вот Печорин, с одной стороны, он интересный, а с другой ведет себя как непонятно кто. Так какой же он, ваш взгляд? В этом и уникальность Лермонтова, что он один из первых создал в русской прозе такого героя, очень противоречивого. Потом по его стопам пошли Достоевский, Толстой, Чехов и Тургенев, которого мы с вами разбирали на прошлом уроке. Ну, особняком стоит Лермонтов. Я не понял. То есть Печорин герой? Это метафора, Бибиков. А кого сейчас можно назвать героем? Ну так, чтобы без метафор.